Юлия Делласс, по-моему, очень мудрая женщина. Подумать только, целых 10 лет она даже не намекала Дмитрию Миллеру на поход в ЗАГС. И не прогадала. Кстати, свою четвертую по счету свадьбу пара планирует отмечать в Индии. В общем, если ваш любимый все еще не спешит в ювелирный салон, запаситесь терпением, и награда не заставит себя ждать. А это невероятная история любви, и я Лилия Ребрик. Если ты хочешь стать членом нашей семьи, то подписывай. Он закрыл дверь и еще несколько минут стоял пораженный. В голове стучали слова врача. У мальчика двустороннее воспаление легких. Дмитрий Миллер не знал, как сказать об этом жене, актрисе Юлии Делласс. А еще как сказать, что утром им отключили свет за долг в 40 тысяч рублей. И что сегодня, в тысячный раз, он не прошел очередной кастинг. И снова они будут жить на деньги, которые принесет она. Дмитрий просто сходил с ума. Ни одного предложения в кино. Заработанные копейки в театре. Впервые в жизни он чувствовал себя беспомощным. Но все, что он должен был сделать, это стиснуть зубы, вытереть слезы и идти к сыну, которому так нужна его поддержка, и который не должен видеть его отчаяние. Вот уже, казалось бы, куда хуже, ну все, уже свет вырубили. Уже там, я не знаю, денег просто нет. И мало кто, я думаю, выдержит такое. Из женщин я имею в виду. Она вернется домой поздно вечером, обессилевшая и истощенная. На ногах с 6 утра. Сначала экскурсии по столице для иностранцев, потом репетиция в театре, а вечером представление. Актриса не брезговала никакой работой. Переводчик, гид, подработки на детских утренниках. Все, чтобы прокормить семью. Но на жизнь все равно не хватало. Когда у нас вообще кончались продукты, был момент, когда они совершенно заканчивались. Я смотрела по календарю, у кого день рождения из наших друзей. А у друзей не было места, где справлять. А у нас была пустая квартира, совершенно там мебели не было никакой, там были подушки так вот по периметру комнаты, свечи, вот, и мы собирали колоссальные вечерины такие, устраивали сэшены у нас дома, естественно, после этого мы могли 2 недели безбедно существовать, потому что продукты оставались. Салаты я лично рубала вместе с подружками. Его удивляло ее умение всегда держать удар. Юля никогда не падала духом. В такую упрямую и настойчивую Дмитрий Миллер влюбился, как только увидел ее на сцене. 15 лет назад, когда поехал служить в армию в Германию. А она, молодая актриса Ленинградского малого академического театра, приехала туда на гастроли. Он пошел на спектакль, у них был культ-поход в театр в Мюнхене. А мы играли там спектакль. И он увидел меня на сцене. Ну, обратил внимание, конечно, потому что как-то такая вот блондинка такая вообще, это такая энергичная. Весь спектакль Дмитрий не отводил глаз от красивой блондинки. И когда после представления они случайно встретились в баре, парень решился познакомиться с актрисой. Но попытка с треском провалилась. От волнения юноша случайно пролил на девушку бокал пива. Ну, в общем, это был полный провал, короче. Ну, немного так заляпал, может быть, так сказать. Долго извинялся, думал, что... Ну, вот это совсем не стало неловко, думаю, блин, это вообще... Черный день в моей жизни, все. Дмитрий так растерялся, что даже забыл спросить имя девушки, когда, рассыпаясь в извинениях, вытирал ее салфетками. Его сердце колотилось, руки дрожали. А в голове крутилась единственная мысль: с ней я хотел бы прожить всю жизнь. Тогда парень даже подумать не мог, что их следующая встреча произойдет спустя 7 лет. И что за это время она выйдет замуж и родит ребенка. А потом разведется и эмигрирует во Францию. А он все эти годы будет помнить ее. Юлин, такой образ у меня, вот он, ну, как-то все время, видимо, где-то вот здесь вот. В зрительной части мозга. Вот там он все время находился у меня в памяти. После возвращения из армии Дмитрий продолжит обучение в Московском медицинском институте.
Юля будет сниться ему каждую ночь, и он не сможет выбросить ее из головы. Но Дмитрий не знал ни в каком театре она работает, ни откуда она, ни даже ее имени. Помочь влюбленному парню могло разве что чудо. Но надеяться на счастливый случай он не стал. На четвертом курсе Дмитрий шокирует всех знакомых непредсказуемым поступком. Бросает мединститут и идет на актерские курсы. Он научился профессионально танцевать степ и позже поступил в театральный. И все это ради одной цели. На сцене или на съемочной площадке когда-то встретить ее. Но он и не предполагал, что Юля совершенно случайно найдет его сама. А вернувшись в Москву, девушка решит наконец воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Научиться танцевать степ. Мне преподаватель по степу позвонил и сказал, что, говорит, вот девушка, которая хочет там немножко как позаниматься степом, ну, он говорит, я не могу, ты хочешь там, ну, просто несколько там, пару раз покажи что-то, какие-то комбинации. Ну, я думаю, ну, да, да. Набирая номер, Юля даже не подозревала, что трубку возьмет тот юноша, который когда-то влюбился в нее с первого взгляда. Тогда, в немецком пабе. Который все эти 7 лет, пока она жила и снималась в Париже, воспитывала сына Даниила, ради нее кардинально изменил свою жизнь. Но по телефону они даже не узнают друг друга. Первый раз, когда разговаривала, да, думала, что, наверное, такой положительный, такой правильный мальчик. И скрипочка у него наверняка есть. У Юли такой бархатный голос такой по телефону. И мне казалось, что она как бы такая намного старше и там, не блондинка, что ли. Они договорятся о занятии. Но из-за занятости Юля постоянно будет переносить встречу. Актрису как раз пригласили в сериалы «Каменская» и «Убойная сила». Меня зовут Кира. Миша. Они будут общаться по телефону целых 3 месяца. Дмитрий будет радоваться тому, что, наконец, он заинтересовался другой женщиной. Но когда они встретятся, не поверит собственным глазам. Перед ним будет стоять девушка, которую он уже потерял надежду когда-то увидеть. Девушка, в которую он влюбился уже 2-й раз в жизни. На этот раз просто по телефону. То свидание затянется до самого утра. Так долго гуляли, что я уже опоздал на метро и на поезд. И как-то так невольно получилось, что я как бы напросился таким образом к ней в гости. После той ночи Дмитрий и Юлия уже не расставались. Они светились от счастья, как влюбленные подростки. Единственное, что очень беспокоило Дмитрия, это как найти общий язык с сыном Юлии. Он не знал, как воспримет чужого мужчину Даниил, и сможет ли он стать для мальчика настоящим отцом. Это было как-то постепенно, он мне стал вроде бы, я почувствовал, что он мне доверяет вообще так как-то. Потому что он оставался со мной, там часто один, я его там укладывал спать, что-то ему рассказывал. Дмитрий и Юлия не пропускали ни одного кастинга, ни одного предложения подзаработать, но денег еле хватало на еду. Актер даже брал маленького Даниила с собой в институт, чтобы там, за талоны, накормить его студенческим обедом. И когда в их квартире отключили свет, Дмитрию в 1000-й раз отказали в работе, в квартире прозвучал судьбоносный для Дмитрия звонок. Его пригласили на главную роль в фильме «Слуга государев». С нее и началась карьера сейчас успешного актера звезды сериалов «Монте-Кристо», «Две судьбы 3», «Дочки матери». Ты такая добрая, красивая, ты обязательно будешь счастлив. Я всегда верила, потому что Дима такой прекрасный, такой красивый, он такой фактурный, он такой добрый, искренний человек, его просто не могли не заметить. Они мечтали о свадьбе долгих 10 лет. Вот только актер хотел подарить любимой настоящую сказку. И как только Миллер получил свои первые гонорары, сразу же сделал предложение. Да, я, конечно, дурак. Надо было сразу говорить, выходи за меня замуж и купать несколько таких платьев и... И каждый месяц жениться. Да так, в лифте я, по-моему, сказал. Ну что, говорю, замуж-то пойдешь за меня? Вот, вот в этом вот лифте, вот в этом доме. Пока с 1-го до 3-го этажа ехали.
Времени много было, думаю, вроде, чего бы не предложить. Вдруг откажется, да? Он выбрал самое узкое, деваться замкнутое. Было да, деваться было некуда из лифта. То есть это не было на стадионе, когда все кричали «Да, скажи да!» Как в американских кино, ну о чем мечтают девушки, наверное. Это было очень как-то, знаете, по-деловому. Пойдешь за меня замуж? Юля – самая преданная поклонница таланта своего мужа. Он посвящает свои песни ей, женщине, которая когда-то в него поверила. Дмитрий благодарен любимой за поддержку и веру в него. Именно поэтому каждый год во время отпусков они женятся в разных уголках мира. И третья свадьба на Мальдивах далеко не последняя.